С вами я, Вика Единорожек. И сегодня мы снимем под... Ой, что это такое? Под музыку. Какой-нибудь танец. Может быть, под эту? Прикольно. А чё вы? Отрубил 13 дыр. Нет, сегодня не твоя очередь. Ой, Крисимяу. И мне совсем не на тебя. Утро в школу надо, но я не пойду. Нет. Вы меня все заинтересовали. Нет. Говорит, что любит меня. Данила, мороз просто... О, вот это. То, что надо. Что лагает? Ща. Ой, сухарик. Телек. Идеальное сочетание. Ладно. Так. Что там я выбрала? Ладно. Ой, что это такое? Нет, не то. Данила, мороз! Просто трэш, это без шапки. Сейчас я вернусь. Недорого. Прямо как кофе за 49 рублей в KFC. Время удивляться и удивлять. Верить в себя, стремиться, ждать. И двигаться вновь. Надо одеть, наверное, куртку. Так, у меня только так. Вот как ненормальные люди одевают куртку. Мне еще в нее и не залезть. Так, отлично. Так. Что там? Данила, на улице просто трэш. А ты... Сейчас. Ну еще понадобится шапка. Пылищ. Ой. Чтобы она была закрыта. Включаем на 3x. Так, ну давайте. Данила, мороз просто трэш, а ты без шапки. Зачем тебе голова? Голова. Ой, извиняюсь, это у меня бывает. Чтобы думать, ноги, чтобы их обидеть. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. И типа вот так. Данила, мороз, я вещи раскидал. А ты без шапки. Зачем тебе голова? Голова, чтобы думать, но не чтобы ходить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Давайте еще это снимем что-нибудь с курткой. Ждем, пока опубликуется. Посмотрим видео. Ну ничего, так мне нравится. О, Господи, давайте поддержим их. Мне очень жалко. Я не буду это смотреть. Я просто сейчас плачу. Чами. Девочка, видно, старалась, она рисовала это все. Я так не могу примерно нарисовать. И моя любимая татарочка. Обожаю тебя. Похоже на рок-жигнорок. Ксюша Стар!
200 лайков. Попросили. Слишком много денег, я куплю себе квартал. Убери свой голем, нахуй твой голос заебал. Ой. Нельзя это выкладывать. Ой. Это нельзя выкладывать. Это же маты. Ой, мне она так нравится. Вот она. Не она. Слишком много денег, я куплю себе квартал. Убери свой голем, нахуй твой голос заебал. Хатеры сосут, мой фруктовый лед хуй. Много говоришь, но меня не ебет. Я курю, да, я ловлю. Делай. Это вообще нормально? Трэш. Так. Видео снимаем по полной, так что выложу два. Я сегодня целый день. Что это такое? Между мамами тяну. Да-да-да-да-да-да-да-да. Я сказал, иди сюда, и ты сказала да-да-да. Стреляют между нами папа, ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди, любимка. Время пострелять. Бум-бум. Эх, чувами. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Купи-купи. Ой. Так, ну что, выберем. Давайте из избранных. Время пострелять между нами папа. Любимка. А давайте под это. Я придумаю. Ставим на тройку. Скорость, наверное, не так. Время. Время пострелять. Между нами папа. Время пострелять между нами. Почему делала такие движения? У меня не получилось. Много прикольных моментов. Время пострелять между нами. Папа, любимка. Давайте на двойку поставить. А, как я забираюсь. Бум. Время пострелять между нами. Ба-ба. А, слишком быстро. Она уже 5, 4, 3. Время пострелять между нами. Любимка. Я чуть не свалилась, самое главное. Время пострелять между нами. Ба-ба. Любимка. Мне нравится, смешно. Чёрка у меня видео. Кстати, я вам хочу сказать, типа, заходишь на мои видео. Профиль. Профиль. Уровень подписчики. Нету. Окей, давайте. Ай, наверное, не буду писать. Мне лень, я забыла. Я забыла свой номер. Подождите. Чего? Родительский контроль отключен. Я хочу посмотреть, что это такое. Ой, как прикольно. Обожаю такие штуки. Ой. Собери. Эй, шоколадная девчонка. У-ху. Родительский контроль. А я хочу его открутить. Отключить. Ну, летим надеть. Бра. Родительский контроль отключен. Я просто гей.
Я осенью, если что. Я няшка. Давайте еще одно видео снимем. Я не знаю, меня тянет. Километры города, а я поймал твое сердце и не отдам. Кстати, я вас очень прошу, а сделайте мне это, ну, типа, не пиар, не сигму, а это. Да, типа, снимите какое-нибудь клевое видео, как Брайан постоянно делает. Спокойной ночи, дурачок. Давайте попробуем вот так, типа. Спокойной ночи, дурачок. Ой, мне нравится. Мы с тобой. Мне еще куртку убирать. Я шучу. Я хочу вот так. Отходим. Давайте. Это фак или это типа наверх палец? 1, 2, 3, 4. 1 загнули, а... Я испугалась, это типа эти фак показать надо. Ура! 4-е видео. Нет, это сегодня. Давайте попробуем повторить. Да. Это что? А. Тан. Тан. Я помню. Давайте на три. О май гад. Я осьминозок. Ой. Не нравится. Я такая смешная, я такая веселая, я такая няшная. Пойду куртку пока уберу. А если спросят, почему все запихано в шкаф, я скажу, я видео сниму. Я все кидаю. Все закинула. Ой, лисички. Лунтик, это вон написано лунтик. Лунтик.
Время пострелять между нами. О чем вы говорите? Кстати, я скачала хэллоуинские треки. О! Я не хочу убивать тебя. Да кому ты нужен? Только мне нужен красный карандаш. Идем в комнату. Идем в ванну. Интересно, это потом отмоется? Офигеть! Это что натворила? А что мне это смывать? Это обычный карандаш, чтобы вы знали. Самый обыкновенный карандаш. То есть не для макияжа, а просто красный карандаш. А где у мамы тональник лежит? Я пошутила.